Это волшебные, волшебные праздники, все нужно украшать, гирлянды и елки, все нужно украшать. Когда дарят подарки, это значит праздник. Там можно немножко поиграть и потом заснуть, чтобы никто не увидел Деда Мороза. Новый год – это праздник, где фейерверки, елки, подарки. Это ты такой праздник, где Снегурочка, Дедушка Мороз и самая главная елка. Ночью Санта под елку ставит подарки. И этот день, когда Земля сделала оборот вокруг Земли. Я написала, чтобы он мне подарил телефон. Да. А что ты там написала? Это секрет. Да, я подоконники положила и оленей взяла. Да? Да. Ну, я написала, простой, что-то написала, который подарок написала. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Анита, я послушная девочка. Я хожу на плавание и в садик. Я никогда не прогуливаюсь в садик. Я получаю только пятерки. Нет. Напишешь? Да. Что хочешь написать? Привет, Дедушка Мороз. Я хорошо себя вел, выполнил твои задания. Быть хорошим, послушным. Я у Дедушки Мороза загадала куклу Кристал Старс и детские татушки. Два Лего Бутера. Одеялку и вот халатик, и даже часы, которые... Телефон. Скричер. Это что? Это машина с диском, может трансформироваться либо насекомого, животного любое. Получить куклу. Микроскоп там. Хочу увидеть микробов. Это Новый год. Когда мы празднуем после Нового года. Это значит прошлый Новый год. Это прошлый год. Старый Новый год, прошлый Новый год. Это типа Нового года, только его отмечали так в древности. На севере. Очень далеко живет. На Северном полюсе. В Северном полюсе. На Северном полюсе. В Северном полюсе. Да, потому что можно из него кидаться, и там можно снеговик делать. Почему? Потому что нельзя ходить к футболке. Да. Почему? Потому что можно пить снеговиков, играть в снежки и делать снежного ангела. Да. Почему? Потому что можно играть в снежки, строить замки, лепить снеговика. Да. А почему? Потому что, чтобы был Новый год. Желаю добро, чтобы... Все. Поздравляем всем с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Я желаю вам, чтобы вы никогда не боялись. Желаю счастья, здоровья, чтобы вы любили своих родных. Поздравляю всех хорошего желания, чтобы гуляли на улице, они сидели дома, там делали что-то, свежим воздухом дышали. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю, чтобы все были здоровыми
и счастье, и улыбались. С Новым годом, девочки! Желаю, чтобы вы оставались такими красивыми, добрыми.